Друзья, всем огромнейший привет. Добро пожаловать на вкусный, обалденный мукбанг. У нас сегодня скумбрия копченая, пюрешка, помидорки, ну и хлебушек. Уже слюнки текут. Настю ждала, разбудила специально. Она сидит вон, пюре с сарделькой наворачивает. Говорит, не хочу сниматься. Говорит, настроения нет у нее. Ребятки, всем приятного аппетита. Я очень люблю свою пюрешку. Она такая вкусная получается, да, дочь? Такая нежняцкая. Так, я тут положила себе салфетушечки. Зеленый лучок, укропчик посыпала. Как у вас дела? Как настроение? Жирное. Давно хотела скумбрию купить. Как у вас, ребят, погода? У нас скоро потепление, плюсы. До плюс 5. Весной уже пахнет. Да, дочь? Быстрее бы уже лето. Она прям разваливается. Я бы не сказала, что она такая прям крупная. Но она очень вкусная. А ты вообще будешь рыбу кушать? Она была такая небольшая. А с пирожкой вообще просто огонь. Предыдущий видос. Чем мы там снимали видео-то, ты не помнишь? А, с пастой. Сказала, не пишите вопросы. Следующее видео на вопросы отвечать не будем. Один черт пишут. Люди видосы вообще не смотрят. Канал растет. Вылезают хитерюги. Такую дичь несут. Это вообще ужас. Вроде смотришь на аватарке, взрослый человек. Человеку больше 60 лет. Оскорбление. Я не знаю, какая-то бабка жизнью обиженная. Что мы должны эту еду были отправить, ну, туда, где все у нас наши пацаны. Представляете? А мы сидим и жрем, как нам не стыдно. Это нормально вообще. Ну, у человека, походу, уже кукуха съехала. Я, наверное, все это не съем, конечно. Но в течение дня я это сожру. Я не знаю, почему. Кстати, не знаешь, Настя, почему там у нас скумбрия? Не знаю. Я ее ждала, разбудила. Ждала. Она говорит, я не буду сниматься. Нормально. Thank you.
Сегодня у нас среда, 13 марта. Видео вы увидите в субботу, как всегда. Сейчас будут писать. Все, начала сама готовить. Деньги на доставку закончились. Нет, не закончились. Просто иногда доставки тоже надоедают. Хочется домашнего что-то заметить. Надо еще завтра борщ сварить на выходные, чтобы было. Сколько у вас, ребят, в городе стоит скумбрия копченая? Напишите. Второй кусочек. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ничего не хочу говорить, просто хочу поесть. А сколько время, дочь? Пол второго. Я вообще ничего не ела еще. Никакого перекуса даже не было. Я тебе хвостик оставлю. Будешь хвостик? Сейчас. Ну, вообще. Хлеб прям крошится. Не люблю такой хлеб. Я уже наелась, накидалась. Солнышко светит, прям весеннее такое настроение. Больше половины съела. Все, ребят, спасибо, что покушали сегодня со мной. Под этим видео будет закреплен комментарий.
под ним, пожалуйста. Под закрепленным комментарием оставляйте свои вопросы, чтобы потом не обижаться, что я не ответила на ваш вопрос. Все. Пишите комменты, ставьте лайки. Всех обняла. Всем пока-пока.